Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с Новым годом. Волшебная атмосфера этого праздника снова и снова дарит нам веру в чудо и исполнение мечты. Какие бы мы взрослыми не были, как много бы мы ни работали или учились, как бы далеко не были наши будни от сказки, все мы хотим верить, что исполнится наше самое сокровенное желание. Я искренне хочу, чтобы дом каждого самарца в эти праздничные дни был наполнен теплом и уютом, запахом мандаринов и светом новогодних огней, душевными разговорами в кругу родных и близких и беззаботным смехом. Мы постарались и наш любимый город наполнить праздничной атмосферой. Безусловно, это время подведения итогов. Время, чтобы наметить новые планы, поставить перед собой новые цели. За прошедший год вместе с вами, друзья, мы много сделали для того, чтобы Самара встретила Новый год красивый и обновленный. Километры дорог и коммуникаций, получившие новую жизнь общественные пространства и учреждения, новые школы и детские сады. Планы и следующие шаги уже намечены. Я уверена, что с таким неравнодушием и вашей искренней любовью к родному городу мы и в наступающем году достигнем результатов, которыми можно будет гордиться. Дорогие друзья, от всего сердца я желаю вам крепкого здоровья. Пусть весь год будут рядом самые дорогие и любимые люди. Пусть они делятся своими достижениями и улыбками, радуются с вами вашим успехом. Счастья, гармонии в душе и как можно больше солнечных, теплых дней в новом 2022 году.